Добрый вечер. Здравствуйте. Добро пожаловать на «Украина. Мультиталант». Сегодня мы в ожидании великолепнейшего шоу. И первыми откроют наше шоу Марина Максимова и Павел Рождествен. А исполнят они украинскую песню «Мои батьки». Молодые люди приехали к нам из небольшого украинского города Кривой Рог. И знакомые они еще со школьной скамьи. К сожалению, я не могу пообщаться с ребятами, потому что они берегут свой голос для выступления. Но я не могу не сдержаться и не задать хотя бы один вопрос. Марина, скажите, пожалуйста, кто написал вашу песню? Олег Маринов. Спасибо, мы уже волнуемся за вас. И хотим пожелать вам удачи. Встречайте. Любов'ю осяні, живуть собі в містечку край ріки, онуки в них, мов спогади весняні, мої батьки святі, мої батьки. Чому так мало часу пам'ятаєм, що невламливо котяться роки? Коль Україна далекі види літає, не забуваймо, ждуть на нас батьки. Мої батьки, мов голубі сівенькі, маркуючи очікують дітей. Не забувайте, діти, батьки, внуки, що молодця за вас серед ночей. Супер, это был замечательный номер. А какие наряды? Наряды-то какие? Гениально.